на конкурс «Дети читают стихи» Давыдова Дарья, город Казань, 12 лет. Вчера я обнял ветерана, Терентий Травник. Вчера обнял я ветерана, он плакал на груди моей, звенело орденами рано, как горький памяти ручей. Катились слезы и замково сомкнулись руки за спиной. Отец, отец, не плачь, ты дома, ты не погублен той войной. Ну что ты, милый, полно, полно, я здесь, твой сын, тот, для кого ты свой священный долг исполнил, отдав себя до самого, до самого конца, до точки, пробитой в любящей груди. Возьми, отец, возьми, сестрочки, что написал, они твои.